Всем привет, дорогие друзья, с вами Гаса, продолжаем прохождение Assassin's Creed. Нердисин! Так, стоп. Минуточку, я должен что у него украсть. А, не-не-не, здесь стражники. Нердисин! Они ищут меня, турки эти. И давай. Отлично. Полученная карта, на которой показана позиция Иерусалимской сражи на похоронах. Куда теперь? На подслушивание. Мы делаем только самые простые задания. Ты их видел? Нет, но я слышал слухи. Это правда? Рыцари-крестоносцы в Иерусалиме? Это так. И что? Они отличаются от других. Хорошо одеты, привезли дорогие дары. Надо бы избавить их от этой ноши. Они встали лагерем у цитадели Давида, недалеко от кладбища. Чтобы быть на похоронах? Похоже на то. Тогда мы наведаемся к ним в лагерь. Роберт будет на похоронах. А это американец какой-то или британец? Роберт. Похоже на Роберт. Так, куда? Убийство лучников. Давайте сюда. Мир и покой тебе, господин. Ты обратил внимание, сколько в городе теперь этих проклятых тамплиеров? Мне приказали убить их как можно больше до того, как будет похоронен матч один. Наверняка ты бы справился с этим заданием в один момент. А когда вернешься, я расскажу тебе, что мне удалось узнать, пока я следил за тамплиерами. Так, сколько тамплиеров? Довольно немало. Мои родные больные пухнут с голоду. Подайте пару монеток. Итак, минус один, осталось четверо. Что ж. Теперь я знаю, зачем вступил в клан. Находиться рядом с тобой — великая честь. Теперь о людях Робера. Они опытные воины. Биться с ними со всеми сразу будет неразумно. Лучше заставить их преследовать тебя и убивать по одному. Но не мне, конечно, учить тебя, как вести себя в бою. Прошу простить меня, господин. Не сражайся со всеми людьми одновременно. Пара монет. Я прошу всего лишь пару монет. Неверный! Ты неверный умрёшь! Дороги! Прочь с дороги! Ты неверный! Похоже, ты добился успеха, брат. Я много узнал о нашем враге. Поделись своими знаниями. Посмотрим, чем они помогут нам. Робер и его тамплиеры приехали в город, чтобы оказать последние почести Маждаддину. Они будут на его похоронах. А значит, и я тоже. Зачем тамплиерам это понадобилось? Не знаю, но уверен, выясню это. Что же до горожан, то их мнения разделились. Многие с радостью перебили бы тамплиеров. Другие думают, что рыцари здесь, чтобы заключить мир. Мир? Я же рассказывал. Те, кого я убивал, говорили именно это. Это сделало бы их союзниками. А мы их убиваем. Не ошибись, как ошиблись те люди. Цели тамплиеров кажутся благородными, но способа их достижения нет. По крайней мере, так говорил Аль-Муалим. Каков твой план? Я приду на похороны и расправлюсь с Робером. Лучше поскорее. Да. Поскорее не то слово. Пусть удача ведет твой клинок, брат. Малик, прежде чем уйти, я хочу сказать тебе кое-что. Говори. Я был глупцом. Раньше я бы не стал с этим спорить, но сейчас. О чем ты говоришь? Все это время я так и не попросил у тебя прощения, дурацкая гордость. Ты потерял из-за меня руку. Потерял Кадара. У тебя есть причины для гнева. Я не принимаю твоих извинений. Я понимаю. Нет, не понимаешь. Я не принимаю твоих извинений, потому что ты уже не тот человек, который был со мной в храме Соломона. И тебе не за что просить у меня прощения. Малик. Может, если бы я так не завидовал тебе, то не был бы так безрассуден. Я так же виноват, как и ты.
Не говори так. Мы едины. Как мы разделяем славу наших побед, так разделяем и горечь поражений. Так мы становимся ближе, становимся сильнее. Спасибо тебе, брат. Отдохни, если хочешь, Альтаир, и приготовься к тому, что ждет впереди. Перемотка на более поздний участок памяти. Ну все. Это время для нанесения удара. Похороны находятся в 300 метрах от нас. Да. Иди, иди. Мы собрались здесь, чтобы оплакать Мажд-ад-Дина, безвременно покинувшего мир живых. Я знаю, вы все ощущаете боль утраты, но утешьтесь. Ибо как все мы выходим в этот мир из чрева, так когда-нибудь и покидаем его. Такова природа вещей. Это так же естественно, как восход и заход солнца. Давайте же вспомним жизнь покойного и поблагодарим его за все добро, что он делал. Знайте, что однажды вы встретитесь с ним в раю. Так, и когда атакуем? У меня уже руки чешутся. Аминь. Это кинематографично выглядит. Как вы знаете, Мажд-ад-Дина убили. Мы пытались выследить убийцу, но это было нелегко. Эти твари прячутся в тенях и бегут от всякого, кто бросит им честный вызов. Но не сегодня, ибо один из них стоит среди нас. Он насмехается над нами и должен заплатить за это. Ну уж нет. Взять его, подведите его, дабы свершилось правосудие Всевышнего. О, не-не-не, началось. Ну все, погнали. Так, последний остался, точнее, осталась. Все, подыхай, подыхай, пожалуйста. Надо этих мучников убрать. О, все. Я взгляну тебе в глаза до того, как ты умрешь. Полагаю, ты ожидал иного. Что это за колдовство? Никакого колдовства. Мы знали, что ты придешь. Роберу нужно было время, чтобы скрыться. Он бежал? Вам сопутствовал успех. Вы разрушили наши планы. Сначала сокровища, затем наши люди. Мы потеряли контроль над Святой Землей. Но Роберу выпала возможность вернуть то, что было украдено. Превратить ваши победы в наши. Ваши сокровища у Аль-Муалима, а ваша армия нам не страшна. Что бы ни планировал Робер, он проиграет. А, ведь теперь вам противостоят не одни тамплиеры. О чем ты? Робер на пути в Арсур, чтобы объединить сарацинов и крестоносцев в борьбе против ассасинов. У сарацинов нет причины соглашаться. Не было. Но теперь ты дал им причину, а точнее целых 9 причин. Тела твоих жертв, потери с обеих сторон. Ты сделал хашишинов врагами для всех и тем самым подписал приговор ордену. Не 9, 8. Что ты сказал? Ты не моя цель. Я не стану забирать твою жизнь. Ты можешь идти, но не следи за мной. Мне не нужно. Ты уже опоздал. Увидим. Уходит, и я ухожу. Так. Воля. Это была ловушка.
Я слышал, что похороны закончились дракой. Что случилось? Робера де Сабле там не было. Он ждал меня и послал вместо себя другого. Расскажи Аль-Муалиму. Нет времени. Она сказала мне, что задумал Робер. Если я вернусь в Массиаф, он успеет осуществить это, и тогда, боюсь, нам придет конец. Мы убили большинство его людей. Ему не собрать силы для атаки. Погоди, ты сказал она? Да, это была женщина. Странно, я знаю. Но это мы отложим на потом. Сейчас наша цель — Робер. Мы ослабили его, но этот человек умен. Он изложит свое дело Ричарду и Салахаддину. Объединит их против общего врага. Против нас. Ты ошибаешься. Это бред. Эти два человека никогда... Не ошибаюсь. И в этом наша вина. Те, кого мы убивали, стояли по обе стороны и были важны для обоих лидеров. План Робера амбициозен, но не лишен смысла, и он может сработать. Послушай, брат, кое-что поменялось. Ты должен вернуться в Массиаф. Мы не можем действовать без разрешения Повелителя. Это поставит под угрозу братство. Я думал, ты понял это. Сколько слов, Малик. Ты прячешься за Кредо, словно за щит. Он что-то скрывает от нас, что-то важное. Ты сам говорил, мы не можем ничего знать, лишь предполагать. Так вот, я предполагаю, что дело глубже, чем кажется. Убив Робера, я отправлюсь в Массиаф за ответами. Но может, ты поедешь туда прямо сейчас? Я не уйду из города. Тогда выйди на улицу. Ищи тех, кто служил моим жертвам. Узнай все, что сможешь. Ты проницателен. Может, заметишь что-нибудь, что я проглядел. Я не знаю. Мне надо подумать. Делай, как знаешь, друг. Но сейчас я отправляюсь в Арсуф. Каждую секунду, что я медлю, враг становится все дальше от меня. Будь осторожен. Буду. Обещаю. Что, прям надо пешком идти туда? Зачем вообще вести себя так? Что ж, мы прибыли. Да! Все как-то мрачно выглядит. Война, что ли? Да. Ой-ой-ой. Давайте, бежать тебе некуда! Че? А, драться хочешь, да? Смотрите, сколько там воинов. Ты достойный противник, но меня тебе не одолеть. Пока. Пойдем другого рубанем. Стоп. Я могу просто слезть. Нет. Да. Во, можно просто так метаться ножами и все. Пошел отсюда. Стоять. Опа. На. Сколько тамплиеров здесь-то мертвых. Так, лошадь, ты здесь сиди. А я пойду дальше. О, блин. Как ты сильно толкаешься-то? Ой. Так. И все. Побежали. Там какой-то ад творится, 100%. Господи, сколько у вас здесь? На. Минус два.
И мне каждый раз нужно с ними драться так. Побежали. О, на, о, все легко. Можно так метаться ножами и все. Ну давай, все уже. Ну давайте, идете. Идите сюда. На. О, тут целая толпа. Ну, я думаю, мы на этом закончим. Продолжим в следующей серии. Подписывайтесь, ставьте лайки. Делитесь, друзья. Зовут Мека. Всем пока.